Одна была девочка, я не хочу, это вот Маша, красивая, красивая. Ей немного лет, она в пятом классе кончит, Рома, у нее нет рук. Она не Вуйчич, у нее ручки заканчиваются вот здесь, вот чуть ниже плеча. Рома, она пианистка. Она Моцарта играет на пианино. Я не знаю, как мне это сказали, но я увидел, когда ее... Да, вот у нас педагог. Я представил эту сцену. Луганский вечер какой-нибудь там в 2017 каком-нибудь году. Звучит воздушная тревога в небе. И сидят в этом бедном, при одной лампочке, в учебном комплексе. Талантливый педагог. И учит девочку без рук играть Моцарта. Просто святые люди. Святые люди, совершенно точно.